Добрый день, мои дорогие зрители. Я смотрю, вас стало очень много, и все, кто меня сейчас смотрит, я, в принципе, чувствую себя нормально. И я думаю, на сегодняшней моей трансляции будет достаточно людей. Ну, я смотрю, меня смотрит достаточно человек. Можете позадавать вопросы. Мне будет интересно на них отвечать. Вот и первый. Сергей Лесовой спрашивает: когда же ты сдохнешь? Стольким людям уже жизни сломал. Да прямо сейчас. Не верите? А если так? И ты, Лесовой, тоже. Что же ты свой ход сделал? А теперь моя очередь. Что, друзья? Кто следующий?